представители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Фаберлик Онлайн. В этом видео хочу показать вам новинку нашего 7-го каталога. Это женские кроссовки вот такого цвета, розового. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Вот, собственно говоря, сами кроссовки. Приходят они вот в таком мешке полиэтиленовом с такой затяжкой. Удобнее где-то подвесить, может быть, будет потом в каком-то месте, чтобы не занимать пространство. У них артикул 884-496, это 36 размер, и обошлись они мне 1439 рублей. Кроссовки степ розовые. Здесь у нас, я сказала уже, что это 36 размер, я ношу размер 35, 35 размера в размерной сетке нет. Ну, я думаю, что это не критично, когда я обула. Ну, может быть, чуть-чуть великовато, но на носочек будет, думаю, нормально. Здесь у нас идет дышащая сетка. Будет очень хорошо, комфортно ноге, не будет она париться. Это на шнуровках все. Сами кроссовки все. Очень хорошо, конечно, все сделано качественно в этих местах. Все прострочки, все очень аккуратно, посмотрите, как ни к чему не подкопаешься. Единственное, когда я их достала из упаковки, уж очень сильно они воняли, прям вот воняли. И вот второй день сегодня запах все равно еще есть, присутствует в этих кроссовках, конечно. Но я думаю, что это пахнет так подошва. Вверх здесь подкладка, стелька, это текстиль, а подошва облегченная полимерная резина. Задник. Хорошо, все мягенько сделано, нигде не будет ничего натирать. Декоративная такая петелечка, кантик такой декоративный. Они очень-очень легкие, в этом месте сгибаются в носу очень хорошо, прям без усилий, а вот здесь вы уже так не согнете. Видите, насколько я усилий прилагаю, а здесь достаточно легко. То есть на сгибе при ходьбе будет очень комфортно. Мне они понравились, вот за исключением того, что вот так пахнут. Ну, думаю, что это не критично, все это выветрится со временем. Вот, все тут на шнуровочке, все хорошо, все здорово. Вот такие вот кроссовки. Все аккуратненько прошито, ни к чему не подкопаешься. Цвет у них достаточно приглушенный такой, не яркий. Я думаю, что это даже выигрышно. Мне нравится, когда они такие более-менее нейтральные. Такие симпатичные. Такой рисуночек, дизайн интересный. Вот, собственно говоря, сами кроссовочки. Кому интересно такое видео, такой обзор, кто искал на них отзыв, вот посмотрите. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет стать дисконтным покупателем, ссылочка на регистрацию внизу. Проходите по ссылке, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная, и паспортные данные не нужны. С вами была Надежда. Всего вам доброго.